Всем здравствуйте, с вами ножевая мастерская «Ножияр». Мы приветствуем вас с полей выставки «Клинок», которая проходит в Москве 18-21 декабря в выставочном стенде «Main Stage». Поэтому добро пожаловать. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Первый стол – это, условно говоря, кухня. Да, это европейская традиция. Несколько шеф-ножей осталось, филейники, мелкие ковырялочки такие фруктовые. Стали чаще всего 95 H17, H12 MF, есть D2, есть N690. Они такие небольшие приятные ковырялочки на каждый день для леса, для картошки, моркошки и так далее. В этой части стола у нас кухня в среднеазиатском стиле. Узбекские пчаки, таджикский корт, еще один пирс, афганская версия пчака. Да, ножны могут быть утилитарные, могут быть с выжиганием, да, поскольку вот у нас есть модель джин. И для него фраза «слушаю, повинуюсь», как в фильме «Волшебная лампа Аладдина». Движемся дальше. Да, в этой части стола у нас небольшие шкуросъемные ножи. Да, например, «Ацтек», «Гурон» первый, второй. Да, это «Пума-2», «Масаи» обычной версии, увеличенной версии. Какие-то элементарные таежнички, элементарные разделочники на каждый день. Вот один из 9 ХС остался товарищ. В этой части стола у нас в основном в такой северной традиции. Здесь у нас саумы, норвежцы, финочки самые разные, аккуратные. Да, прежде всего финка хауки, да, где у нас ромбовидное сечение клинка. Здесь, например, сталь D2 и дерево венге. Могут быть и другие варианты. А здесь такая русская классика. Да, это у нас модель Лада G3. Может быть одна и та же модель 95H18, D2, N690. Дальше клык первый и второй. Да, на кавказскую тему кабардинец в нашей вариации. А дальше уже пошли ножи с упорами, да, чуть поменьше это стаффорды, да, гвардеец, финисты, да, старатели, одна из наших флагманских моделей. Один товарищ из ХВ-5 остался. Естественно, классика жанра финка НКВД, да, ягуар, тоже довольно мощный такой аккуратный товарищ. Есть немножко кинжалов на тему шотландского скинду и на тему такой готической средневековой Европы, Горец 3. Немножко якутов, да, мелкая приятная ковырялочка в якутском стиле. Здесь 95H18 и стабилизированный Зебрана. Вот, стали сейчас часто делать так, чтобы на рукоять делать проставки, а еще делать проточки. Да, и поэтому рука очень хорошо чувствует, да, все нюансы рукояти. Это гораздо повышает качество удержания ножа в руке. Вот несколько якутов, один нож айкути остался в японском стиле, канадцы, несмуки так называемые. Да. Есть более утилитарные вещи, есть более эстетические решения. Да, здесь вот у нас, например, такой вот каюр, да, погонщик упряжки с собачками, с хаски. А поэтому вот получается, что вот он здесь их погоняет, и вот они его тащат. Могут быть разные сюжеты. Да, вот здесь куала славный малый, да, сидит на эвкалипте, да, как обычно жрет что-то. Да, здесь у нас на японскую тему такой журавль красивый, замечательный. Здесь 95H18, стабилизированный ясень, рог лося и выжигание. А также на канадскую тему. Здесь у нас уже художественное травление по клинку может быть. Так называемый тоже несмок. Вот еще один масаи с такими веселыми ящерицами. Постоянно у них чехарда между собой. Вот на тему средневековой Европы сакс, поскольку ирландская тема рыжая непременно, с боевым кличем фагабала, это прочь дороги, несколько сотен лет это у них был вот такой боевой клич. Вот. В этой части стола мы с вами более-менее все подсмотрели, да, а про ту часть стола может вам рассказать Василий. Вот, пожалуйста, все цены спрашивайте, обобщайте, все расскажем, покажем. Ножияр, хорошие ножи для хороших людей. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, у нас второй день выставки. И вот давайте посмотрим, что у нас осталось на стенде, собственно говоря. Да, два ножа из S390. Вот такой замечательный ножик ламинат БКТ Зуб Мамонта. Да, тоже со своим чехлом, естественно, таким. Вот. Из резного у меня осталось только два ножа. Это лисица и сова. Да, то есть здесь бивень мамонтинный. Вот так, такой чехол. И такой же чехол, да, вот такая лисичка. Это латинный ром.
Настечка, сестричка. Да, и вот такой чехол. Дальше пойдемте по выжиганию, да, то есть вот из звериной серии вот такой барсук. Это тролли, немного севера, да, то есть финочки. Вот, все, что у нас финочки. С Бакате, в данном случае бен и палисандр. Ну и вот тоже выжигание разных мастей. В основном побрали резьбу, ну выжигание тоже побрали. Вот. Я думаю, еще есть что интересное, да, то есть это интеграл. Цены металлические. Думаю, еще есть что посмотреть, так что приходите, будем ждать.